Школа китайского языка Майчайна представляет урок профессии. Сегодня мы разберем слово врач. По-китайски звучит и шэн, и шэн. Состоит из двух иероглифов и медицина и шэн суффикс профессии. Иероглиф и состоит из двух элементов внешнего фан, что значит ящик или коробка, внутреннего ши, что значит стрела. Таким образом, традиционно иероглиф изображал руку, колчан, в котором хранятся стрелы и сосуд с лекарством. Врач и лекарства прежде всего нужны были при получении ранения от стрелы. Посмотрим примеры. «Уо папа ши и шэн» – «Мой папа – врач». Или еще. «Ван и шэн кун цзо хэн ман» – «Врач Ван очень занят по работе». «И шэн, и шэн» – «Врач». Учите китайский язык вместе с MyChina. Заходите смотреть видео на канале в YouTube, на сайте mychina.ru или подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Сяся татья, цадзен!